Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Повернулися після досить таки тривалої перерви, але повернулися не самі. Дівчата, давайте, вмикайте голосніше ваші телевізори. Зараз будемо обговорювати моду. Осінь, зима, 2018-2019. З цього приводу будемо спілкуватися з Яною Мурзаєвою. Традиційно у нас уже в гостях стиліст. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, чим нас сьогодні буде тішити взагалі от цієї осені, цієї зими мода? Що нам готують дизайнери, що взагалі, на що орієнтуватися? Ну, давайте почнемо з того, що нас тішить природа. У нас все-таки ще осінь така дуже тепла, і нам з цим дуже повезло, тому ми можемо наші тренди, нашу моду разнообразити і носити, як хочемо, і використовувати дуже багато її варіантів. У нас є ще час, є сонце, є... Для этого все. Но все-таки зима на носу, и хотелось бы мне начать все-таки более зимних трендов, потому что осень так или иначе мы уже знаем, мы уже их носили, мы уже о них говорили много раз. А вот зима на носу, и давайте начнем с зимних трендов. Да. Ну, первое, что хочется сказать, это дубленки. Так. Дубленки тоже это тренд, который, в принципе, не выходит никогда, его очень часто, очень много используют, но в этом сезоне дубленки интересны и особенны чем? Тем, что они могут быть разноцветными, и, как мы видим на подиумах, наверное, практически у многих дизайнеров они короткошерстные, то есть с длинным ворсом дубленки в этом году, как говорят, тренды нет. Вот. Но тренды – вещи игривая, тренды – вещь необязательная, тренды – это они разные, их очень много, и не обязательно брать и носить прям вот так каждый тренд, как сказали, как написали и так далее. Все-таки у каждого свой стиль, у каждого свой вкус, у каждого свои предпочтения, настроение, поэтому можно использовать тренд, можно с ним играть, можно использовать несколько разных, о которых мы дальше будем говорить, но прям строго следовать всем трендам, конечно, я не рекомендую. Це вже чудово. Знаєте, особисто я вже так вдивляюся десь по вулиці, дивлюся, що носять дівчата, що, ну, на що орієнтуються чоловіки, це окрема ще тема буде. Ну і все ж таки, я бачу, що шкіра, вона заполонила цієї пори все. Тобто, як штани, так верхній одяг, тобто тренд. Тренд. Кожа – це тренд, і особливо цікавий тренд – це кожані плаття, які впереді застегуються, як халати. Тобто їх можна розстегнути, вниз одягнути гольф, одягнути узкі брюки, і це буде пальто. От у нас якраз наші режисери нам показують, як це виглядає. Плюс колір дуже цікавий, такий мілітарі, я так зрозуміла. Він олів, це олівка, і теж в тренді. Є у нас ще определені цвіта, які бувають кожен сезон в тренді, і цей цвіт теж, так. Так. Яно, дуже цікаво, ви тільки що говорили про дубльонки, як їх можна, з яким саме взуттям їх можна комбінувати? Тоже дубленка будет очень часто использоваться, поэтому это практически базовая вещь. Ее можно как с кроссовками, как с лоферами, как с обычной классической обувью, сапоги, ботфорды. То есть все идет в ход, все зависит дальше от вещей, которые вы будете надевать под дубленку. И здесь тоже очень интересно, потому что дубленка, казалось бы, вещь очень грубая, и, как правило, мы хотели бы одеть под нее какие-то трикотажные вещи или джинсы. Да. Да, но очень-очень интересная игра со стилем – это брать и нивелировать стиль. То есть, как грубые вещи использовать с тонкими кружевными платьями или с летящими платьями. И тогда вот эта вещь, она становится… ты в этой вещи выглядишь более женственно и более тонко, и очень игриво. Тоже интересно. И вот платье, хочу добавить дальше. Платье есть как платье-пальто, а есть просто короткие мини-платья, как мы видим сейчас на картинке. Тоже будут очень хороши. Так. А якої довжини, наприклад, дубленку? Щось є, якісь поради, чи можна? Тоже. Дублянка теж може бути дуже різною, від класичної косухи до длинної, до комбінірованої, у якої є талія. Тобто дубленки теж набувають дуже різної форми і дуже різних цвітів, тому що є і з іскусственним зеленим мехом, і сірими сочетанням. Тобто тут розширяється діапазон цвіту, діапазон фактури і
певний діапазон форми. Можна гратися, так би мовити, тобто відходимо від класичного чорного, хоча я здебільшого віддаю перевагу якраз саме цьому кольору. А тому що тобі в ньому хорошо. Ну, от це, знаєте, дуже приємно, коли стилісти десь похвалять. От ще хотіла запитати за стиль бохо. Ми поза ефіром так трохи з вами поговорили, що це здебільшого от в літній період, ми на нього орієнтувалися. І тут взимку, восени є якісь такі елементи. Що це взагалі за стиль, як його носити, з чим поєднувати? Ну, можливо, комусь він більше притаманний. Якісь ми з таким хіппі, не знаю, дівчатам. Да, є ще у нас, крім того, що ми використовуємо цвітотип, крім того, що ми використовуємо форму фігури, стиль, у нас є ще типаж внешності, який підходить різні определенні стилі. Наприклад, тобі, так як ти контрастна, Ян, у тебе більше такого жінчини вамп, да, можна було б різні контрастні цвіта, якісь вот определенні форми вещей. У вас ви більш ніжна, ви більш м'яка по своїм сочетанням природним, тому у вас щось більш таке романтичне, ніжне, вот як навіть на вас сьогодні інтуїтивно ви одягли, вот це з рюшами, вашого любимого цвіта кофту. Вот. Точно так же стиль бохо, естественно, он такой богемный, он очень утонченный стиль, поэтому, естественно, это будут девушки, у которых какие-то утонченные черты лица, у которых длинные волосы. Ну и, естественно, это не панацея, естественно, это могут быть и стрижки каре здесь. Ну, определенные тонкости внешности будут очень красиво соединяться с этим стилем. А что же касается стиля бохо, да, мы все привыкли использовать его летом, но мода не стоит на месте, дизайнеры работают, целые команды работают, и поэтому его внедряют и в зимний период. Ось бачимо тепер на екрані, як воно виглядає. Да, достаточно сложно зимой из себя создать стиль бухо, но что нам здесь важно учитывать? Нам важно учитывать орнамент, что можно вытянуть из зимы. Это текстуру вещи, да, допустим, здесь это вязаные трикотажные плотные вещи. Точно так же стиль бухо будет перекликаться со стилем вестерн, и это тоже будет трендовый стиль в этом сезоне. Вот у нас пошла картинка. Они очень похожи, то есть орнамент, длинные удлиненные вещи, и могут быть разные еще и, как сказать, длины. Для того, чтобы для тех, кто не очень любит стиль бухо или вестерн, но хочет выглядеть в тренде, можно брать какие-то определенные элементы. Например, как здесь вот пончо, да? У нас внизу одет классические черные брюки, классическая черная рубаха, сапоги достаточно спокойные и пончо, которое нас и оттягивает к стилю вестерн. Вот здесь тоже можно интересно играть со стилем, потому что определенные детали смешиваются с каким-то другим стилем. Вот в этом и есть игра трендов и игра стилей. Де головне не переборщити? Тобто, ну, цей образ мені дуже подобається, причому дуже непоганий акцент, як на черевиках, так і на сумці. І є якихось таких яскравих дуже кольорів, я не побачила. Червоного немає, ну, я його люблю. Я б таке не взяла, але от дуже мені подобається. Плюс тепер картинку бачимо, дуже також цікаво. Приглушені тони, але воно однаково весело. Так, да. Здесь що виходить? Здесь у нас определенна одна длина, два цвета, которые играют основную роль, а дальше все детали в образе созданы в нежных цветах. Сверху накидка, она бежевая, сапоги розовые, то есть это тот же яркий розовый, но только уже более приглушенный. То есть таким образом у нас есть два основных тона, а дальше мы добавляем те цвета, которые есть в этом наряде, да, есть и розовый, есть и бежевый в самом платье, но уже более приглушенных оттенков. И таким образом мы чуть-чуть уменьшаем акцент и уменьшаем, как вот, не перебарщиваем в образе. А от що стосується кольорів, ну, ви казали, що справді можна гратися із трендами, із кольорами, але є якісь, ну, якісь поради, побажання стосовно кольорів на цей осінньо-зимовий період? Безусловно. Є у нас інститут Pantone, це інститут цвіту, який кожен сезон розробляє цвіта для любого, як вам сказати, споживача. В любой сфере причем. Это не обязательно мода. Это и дизайн интерьера, это и автомобильный рынок. То есть все, что мы видим на улицах, каждый цвет в магазинах, которые продают определенные вещи, это все разработано с институтом Pantone.
Так вот, каждый сезон и он выдает нам 10 основных цветов и 10 второстепенных для классики. То есть у нас получается 10 ярких, допустим, будет желтый очень яркий, будет красный томатный, будет красная груша. Это все осенние цвета такие, которые яркие. И есть классические цвета, которые можно использовать для базовых вещей, для базовых цветов в интерьере, допустим. Это будет серый, это будет темно-синий, это будет нежно-розовый, это будет бежевый молочный. То есть каждый сезон немного будет смещаться оттенок, но тем не менее идея базовых цветов и ярких цветов, она будет постоянно обновляться. А ще хотіла запитати за Сильвестр. Ми щойно його так трошки зачепили у поєднанні з Бухо, але я пам'ятаю, що буквально кілька років тому аналогічно були дуже модні черевики, ось щось в верхній одяг, куртки от з різною бахромою, воно мені також звідти. От повернулося, я так зрозуміла. Якби можна було попросити наших операторів, режисерів, точніше, на екран дати нам ще картинки вестерн, як це все виглядає, ну і з чим, власне, поєднувати. Ось. Обувь казаки, да. Обувь казаки зайшли в цьому році дуже активно, і дійсно, вони практично змінили класичні ботильйони. Тобто для смілих дівчинок, у тих, хто не придержується, допустим, к офісному стилю, у кого є настроєння, вони спокійно вбирають звичайну классическую обувь, и в любой наряд обувают эти казаки. Это смотрится действительно круто, смело и необычно. Кольори, бачу, жовтий, такий молочно-білий. От чи прив'язуватися до кольору, чи можна класику, чи можна якісь кольорові, сині, зелені? Ну, понимаете, конечно, ми, когда ми собираем наряд, ми обязательно прив'язуємося к цвету. Очень красиво смотрится белая обувь, вот мы сейчас видим на рисунке. Белая обувь хороша, и белую обувь мы вводим в наряд, если у нас есть что-то белое или светлое. Вот здесь на девушке есть свитер, он с белым узором, и, соответственно, уже перекликается красивая эти белая обувь. Даже если бы не было четко белого цвета в рисунке одежды, был бы какой-то молочный или отклик на светлый цвет, уже можно было бы ввести светлую обувь. Ну и плюс спідниця. Я дивлюся, что дуже навіть непогано воно компонується. Да. И плюс... Вот это и есть нивелизация, нивелировка, нивелировать стиль. Когда у тебя есть грубый свитер, да, кожаная обувь, казаки, казалось бы, когда мы привыкли, что это кантри стиль, что это джинсы, что это что-то такое. Так. Ездить на быках, их постоянно нужно будет приводить в чувство. А тут раз и нежная юбка, шелковая, летящая, вот такая вот. Что скажете про аксессуары? Какие аксессуары теперь актуальны и модные? Как их поединовать? Модно очень крупные серьги, которые будут с разными интересными деталями, там, с помпонами, с металлическими какими-то штучками. Пластиковые украшения очень интересные. Стразы, какой-то вот все, знаете, в этом году все очень гипертрофировано. Я не знаю почему, ну, наверное, настроение такое, но особенно зимой ушли от нежных вещей, а вот все более, больше крупным, больше к интересным деталям. Такие серьги интересно носить с трикотажными гольфами, с трикотажными объемными свитерами. С трикотажем крупные серьги смотрятся вообще очень классно. Многослойность, еще сейчас уже расскажу. Многослойность, то есть когда несколько разных на шее украшений. Допустим, маленький кулон, потом еще колье, потом еще низкий ряд бус. І все вместе смотрится очень классно. Декілька ярусів, я так розумію. Да. А от що стосується поєднання взуття і сумок, наприклад, ну, чи дуже треба часто, в тон вибирати? Так, вибирати в тон, бо я от, наприклад, чула, що це вже не є аксіомою і вже не є правилом. Да, що скажеш? Как бы подбирать в тон, это уже слишком просто для современной девушки. Которая... На что тоді орієнтуватися при підборі сумки? Як не переборщити, тобто, щоб це не виглядало дико. Смотрите, мы выбираем сумку тогда, используя какой-то вводя из цветов, которые уже есть в наряде, раз. Либо это будет цвет, но он будет из растяжки того цвета, который есть. Допустим, у нас обувь желтого цвета, но растяжка желтого, она же разная. От насыщенного желтого до какого-то приглушенного. То есть из этой растяжки мы можем выбирать. Или мы можем брать сумку с любым орнаментом, в которой будет тоже желтый цвет. А що скажете про базові речі, от які можуть бути в гардеробі, мають бути в гардеробі кожної жінки, і їх легко комбінувати з одягом і літнім, і в зимі це можна носити, і так далі? Ну, базова річ, це для мене, це брюки зі стрілкою.
с высокой талией. Почему? Потому что они любую фигуру сделают красивой, они покажут длинные ноги и высокую талию. Плюс брюки со стрелкой можно носить с рубашками классическими, с топами, топы, каблук, брюки со стрелкой, и у вас уже вечерний наряд. Футболка трикотажная, брюки со стрелкой, кроссовки, у вас уже дневной наряд, в котором можно пойти гулять просто вот днем. То есть для меня брюки – это будет базовая вещь, которую можно везде. Пиджаки тоже точно так же, вот как мы сейчас видим на девушке. С летним платьем пиджак очень красиво. В классическом варианте классические брюки, пиджак – тоже оно. Джинсы, пиджак, футболка – тоже класс. То есть это тоже такой вариант, который можно в разные варианты одежды использовать, и он всегда будет хорошо вытягивать свой образ на какой-то стилевой уровень. Я, знаете, не могла не звернути увагу. Ви, коли зайшли, перше, що мені кинулося в очі, от верхній одяг, точніше, сорочка. І вона не заправлена. Останнім часом вже орієнтувалися більше на заправлені, тобто, щоб показати, якось підкреслити цю вузьку талію. Ну і насправді я дуже порадувалася, що можна вже трішечки від цього відходити. Ну, не всі собі можуть дозволити гарну талію, плюс, чи все ж таки це вже можна розпускати все. Конечно, да, вот мы сейчас даже на рисунке видим сорочку, которая заправлена, одна часть заправлена, вторая нет. Это тоже такой интересный прием, который можно использовать, очень классно смотрится. Моя сорочка такая больше распашонка, поэтому, естественно, она шелковая, я ее, если нужно, мне заправляю вещь, потому что она невидима и она не создает никаких складок. Или же, если у меня тонкие брюки, обувь на каблуке, я тогда ее не заправляю, потому что она сама по себе скроена так, что можно ее не заправить и показать красивые там вырезы внизу. І поїсть торта. Ну, насправді, не прив'язуємося тоді просто до того, щоб все запасувати. Можна розпитатися так, відчути себе вільною. Ну, і ще, я не могла не звернути увагу, я думаю, що більшість населення, як нашого міста, так нашої країни, на так звані агли кроси. От я б хотіла, щоб наші режисери показали нам ужасні, так би мовити, кросівки. От чому в них така назва? Ну, і, власне, с чем их носить? Ну, агли в переводе с английского это ужасный. И действительно, у них форма очень гипертрофирована, и она с каждым годом становится все более и более какой-то невероятно фантазийной. И стразы, мы видим, там могут быть приклеены. И просто эти тракторные подошвы. Есть еще варианты, где тракторная подошва, ярко выражен каблук, потом есть пустота, и дальше продолжается нога. Это тоже такой достаточно интересный тренд, и тем, кто хочет, тем, кто любит такой искаженный вариант обуви, пожалуйста, можно носить. Вон, пожалуйста, вот классические брюки, сверху черная куртка и эти агли-кроссовки. Достаточно интересный получается лук. Он удобный, он веселый, он такой фантазийный. Для тех, кому это нравится, очень классно. Есть даже, если дальше будут показывать, есть даже взрослая женщина, есть канадская такая it girl, it woman, она уже в возрасте и тоже любит такие кроссовки. Сейчас будет дальше где-то. Так, единственное, что я звернула увагу, дуже таких вони зазвичай яскравих кольорів, тобто білі, вони підкреслюють. Ти б мали образ, але я не завжди, чесно кажучи, бачу поєднання коректне, таке, якби мені сподобалось. Ну, от на цих прикладах мені подобається. Ну, але насправді із спідницею вони особисто для мене якось не дуже пасують. Да, ну, это, видите, это каждому как нравится. Вот вон здесь, смотрите, вон есть юбка, и, по-моему, очень даже неплохо. И сейчас оставьте картинку по поводу сумки и обуви. Вот у нас желтая сумка, и на кроссовках есть желтый цвет. Вот таким образом можно сочетать, один из вариантов сочетания сумки и обуви. И дальше еще и сама форма сумки, вы видите, она не классическая, она такая больше как шар, и это тоже повторяет идею забавности образа, забавности кроссовок.
поддерживает. Что скажете стосовно головних уборів? Шапок, кепок, да, капелюшків, да. Що зараз? Кепки, кепки, фуражки будут хороши. Під що їх добре би одягати? Пальто, пальто і дубльонки, которые в формі пальто. Дубльонки, шуби искусственные тоже, кстати, мы очень много действительно трендов, и искусственная шуба также это будет тренд. И именно конкретно искусственная, не та, которая под какой-то мех, а конкретно искусственная шуба, и по ней видно, что она искусственная, из искусственного материала. Она может быть какая-то цветная, у нее может быть интересный крой, но искусственная. Скажите, а капелюхи? Да, широкие. Я останніми руками бачу, что незмінний тренд, чи да, продовжуємо в цьому продовжуємо. Ну, так как это вестерн, это тоже туда относится, поэтому и широкие капелюхи. По широким шапкам, что я могу добавить? Если вы одеваете широкую шапку, то тогда ваш силуэт где-то должен обязательно расклешаться. То есть это будет широкополое пальто, может быть какая-то широкая юбка или жилет, но обязательно силуэт потом тоже должен расклешаться. А якщо, наприклад, якесь класичне пальто, от який краще з головних уборів пасує для нього? Для хорошо, у нас класичне пальто. Тогда дальше мы смотрим на форму лица. Да, потому что у кого-то есть круглая форма лица, тогда круглая фуражка ей уже не очень пойдет. Тогда это может быть шапка, которая будет немножко с конусом, чтобы вытягивать силуэт. Mm-hmm. Если это овальное лицо, да, то овальное это классическое лицо, здесь вообще можно все, что хочешь, одевать. Есть у нас ромб, есть у нас трапеция, то есть все зависит дальше от формы лица. Ну, если уже прям простраивать такой идеальный образ. Но плюс форму лица мы можем и волосами простроить, и челку повесить, и тогда уже играть. Гратися далі, ну, з шапками, які ми, наприклад, хотим. Якщо я вдягну шапку з балабончиком, це як буде поєднуватися? Наскільки це буде? Это будет актуально. Шапка с бубоном может быть. Но дальше вы же дальше вы смотрите по образу. Если у вас классическое пальто, шапки с бубоном может быть, но надо ее чем-то будет поддержать. Тогда вы можете обуть агли-кроссовки, допустим, ага, или взять какую-то смешную, забавную сумку, или, может быть, какой-то яркий шарф. То есть дальше вы со своим стилем продолжаете играться, вписывать его, то есть чтобы эта шапка не была чужая. Если у вас везде классическая обувь, классическая сумка, классическое черное пальто, все везде классика, то шапка с бубоном, конечно, будет чуть-чуть вырываться из этого контекста. Тогда вам нужно просто брать какие-то детали, которые будут такие же игривые, хотя бы перчатки. З ярким каким-то принтом, допустим, я не знаю, детським, ігрушечним. Ще одне, на що б мені хотілося зосередити увагу, уніформи. Тобто да, це також дуже актуальний тренд да, цього сезону. Що це взагалі таке? Чому в моду йдуть якісь такі робітничі луки? Ну, тому що все-таки уніформа, в цьому теж щось є. Я взагалі, є таке вираження, є багато жінок, які люблять мужчину в формі. От щось в цьому є. Ну, і дизайнери теж рішили вписать вот этот тренд в люди, чтобы его можно было носить. Меняйте картинку, это кожаные платья еще, это все кожаные вещи. Так, нам треба униформы. Да. У нас є там это виниловые. Все, что треба, так. Да, винил тоже в моде. Виниловые плащи очень интересно смотрится. Такая женщина получается супергерой. Такое ощущение. І так, ну, як я люблю, все чорне таке. Да, да, да. І, кстати, коли чорний, но різні текстури, теж дуже цікаво. Допустим, там є чорні брюки, да, такі якісь трикотажні, і чорне вінілове пальто, і вже цікавий образ. От коли ви одягаєте чорне, но міняєте різні текстури, це смотрится вообще потрясающе. Зрозуміло. Так. Де наша картинка? Я так зрозуміла, що є в нас певні проблеми. Нічого, про уніформи ми ще обов'язково поговоримо. Так, давайте про них поговоримо. Да. Можливо, не покажемо, але ну, во-первых, уніформа – це, во-первых, вона ярка, да, як правило, якщо роботники, дорожні роботники, у них ярка уніформа. Це якийсь комбінезон, це якісь прямоугольні кармани, достатньо великі. Тобто, одягаю таку вещь, женщина сразу смотрится женственнее. Эта вещь делает ее более хрупкой и более нежной. Если бы мы увидели картинку, было бы понятно, потому что действительно красивые такие мужские достаточно комбинезоны, подчеркнутые на талии, с расстегнутыми пуговицами, делает женщину потрясающе нежной. Но
Такие вещи, когда мы одеваем, мы обязательно используем, так как эта вещь уже сама по себе мужского более характера, тогда мы используем что-то женственное дальше. Либо это обувь на каблуке, либо это босоножек. Соответственно, прическа тоже должна быть уже более женственной. Не, конечно, такие романтические локоны, но какой-то красивый хвост, украшения. Аксессуары. То есть дальше, да, уже мы этот образ сделаем более мягче, более женственнее. От, я так зрозуміла, що якраз за допомогою десь і аксесуарів ми можемо цього досягти. Обязательно. Только аксесуари нам допомагають гратися з образом. Добре. Я думаю, що наші десь технічні несправності дали нам привід більше про це познімати, більше показати. Тому що говорити ми можемо дуже-дуже довго, але все ж таки краще показувати. Ми будемо з нашою гостею прощатися. Перед тим подякуємо за черговий цікавий візит. Ми обов'язково ще знімемо і про уніформи, і про всі стилі, які будуть актуальні цієї осені і цієї зими. Яна Мурзаєва була у нас в гостях, стиліст. Вам кажемо дякуємо. Всі, так, ну а з вами, друзі, зустрінемось буквально за кілька хвилин. Не перемикайте.